Ростовская область готова принять мигрантов из Украины. Об этом сообщили в правительстве региона. На сегодняшний день уже подготовлены более 2000 мест. В основном это санатории, пансионаты и детские лагеря в Неклиновском, Шолоховском, Цемлянском, Белокалитвинском, Каменском районах, а также в Донецке. Уже создан оперативный штаб под руководством губернатора. Ранее глава региона побывал в Симферополе и обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи. Практически блокирована работа служб жизнеобеспечения. Это сегодня вызывает беспокойство, потому что люди стоят перед угрозой невыплаты пенсии, получения заработной платы, пособий самых различных, выражают беспокойство по наличию продуктов питания и товаров первой необходимости. Напомню, ранее Василий Голубев сообщил, в последние дни значительно усилился поток граждан Украины, въезжающих на территорию Ростовской области. Региональная миграционная служба держит ситуацию под контролем. Мэр Таганрога Владимир Просолов ввел в городе режим повышенной готовности для размещения граждан Украины в пунктах временного проживания. К другим темам. 31 дом в Октябрьском районе Донской столицы с недавних пор самостоятельно решает свои жилищные задачи. По словам жителей, с середины декабря общество с ограниченной ответственностью «Донские коммунальные инвестиции» перестало выполнять свои обязательства. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Мусоропровод, трубы, кровля – все это требует ремонта или замены. Многоэтажка по улице Немировича Данченко представляет типичную картину брошенного на произвол судьбы дома. А это делали ремонт кровли и закрыли фановые трубы. Вот видите, в каком состоянии это все течет. Жильцы уверяют, управляющая компания перестала оказывать услуги еще в декабре. Директор фирмы избегал встреч с недовольными клиентами. В январе люди узнали о его уходе с руководящего поста и банкротстве фирмы. В январе, значит, мы были поставлены перед фактом, что на месте нашей управляющей компании ДКИ появилась новая компания ДКИ Октябрьского района, совершенно другим ННН, совершенно с другим юридическим адресом, который в принудительном порядке дома, которые находились в обслуживании ДКИ, заставляют перейти в ДКИ Октябрьского района. Кто теперь должен обслуживать дом, неизвестно. Экс-директор нерадивой управляющей компании посчитал комментарии излишними. 23-го. января компания была продана, 24 января я уволен как директор, генеральный директор компании. Что я могу прокомментировать, все компании никакого отношения не имеющие. Что я могу прокомментировать? Обиженные клиенты опускать руки не намерены. Письма с жалобами уже отправлены в прокуратуру. Администрация Октябрьского района, по словам жильцов, помогать отказалась. Пока чиновники делят свои богатства, пока чиновники думают только о себе, о своих коттеджах, о своих деньгах, они забыли Богород, забыли совсем. Произошел грудный разрыв. И чем дальше этот разрыв, тем будет хуже для чиновников. На счетах якобы исчезнувшей управляющей компании остались, как уверяют жители, крупные денежные средства. Вернуть их люди уже не рассчитывают. Единственное желание – призвать виновных к ответу. Артем Тарасов, Владимир Савеленко, Юрий Санкин. Главные новости. Декада Шолохова завершилась памятным вечером в Ростовском областном доме народного творчества. Концерт собрал политиков, искусствоведов, фольклорные коллективы и просто ценителей работ великого земляка. Со сцены прозвучали песни знакомых произведений. На суд публики артисты представили зарисовки из жизни писателя «Слова» Елене Баранниковой. Яркими образами, строками о судьбах земляков наполнен вечер памяти Михаила Шолохова. Каждый почитатель творчества художника казачьего слова сегодня поет и рассказывает о своем. Кто о широких просторах родного края, кто о семье и любви. Мы были знакомы с Михаилом Михайловичем. Истинная любовь в семье создавала ту атмосферу, в которой он работал. Вы только вслушайтесь. Он пишет из Москвы жене. «Милая моя единственная, десятый день не вижу тебя, а кажется, будто вчера мы расстались». Концерт еще не начался, а в зрительском зале уже слышны аккорды волнения. За кулисами те, чьи быт и культуру в деталях описал Михаил Шолохов, представители казачества. Артисты филармонии и ансамбля «Вольница» приготовили фольклорные песни из романа «Тихий Дон». Очень сильная личность – это Григорий. Аксинья очень сильная такая личность, как его женщина. Вы знаете, приехать в Вешенску, я думаю, что очень много можно найти типажей, похожих на Григория.
Вот, на Ксению, да, с таким черным, смоляным голосом. На выставке участники памятного вечера сделали для себя немало интересных открытий. Им представили рукописи, книги и личные вещи писателя. Так лампа и пепельница всегда стояли на столе у Михаила Шолохова. Буквально на днях было найдено новое письмо в Ленинской библиотеке. Письмо к одному из литераторов, очень, кстати, интересное по своему содержанию. В ближайшее время оно будет опубликовано. Там Михаил Александрович дает собрату по перу добрый критический анализ и разбор произведения, которое было прислано на суд. Михаил Александрович на все письма ответ дает, а на Шорлик скоро Шолоховскую почту не потянет. Песнями под гитару и неповторимой прозой автора и атмосферы эпохи 20-х годов прошлого восхитились представители власти. Они заверили, проведение Шолоховской весны в этом году станет как никогда массовым праздником. Главное – подготовить необходимую инфраструктуру и укрепить берег Дона в станице Вешенской. Не так давно мы обсуждали возможность развития центральной усадьбы. Место замечательное, но там нет возможности для парковочной площадки, для туристических автобусов. И мы планируем сделать массовое обязательное посещение вот таких мест учащимися наших общеобразовательных школ Ростовской области. Недаром Михаила Шолохова называют писателем всего мира. Его произведения переведены почти на 100 языков. В 2015 году все любители творчества вместе отметят значимую дату – 110 лет со дня рождения великого земляка. Елена Баранникова, Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главные новости. Старочеркасскую сделают туристической меккой. Пока в станице шли народные гуляния в честь Масленицы, представители власти обсудили, как сохранить уникальную жемчужину Дона. Перечень первостепенных задач на ближайшие годы вошли развитие ЖКХ, строительство дорог, восстановление памятников и проведение праздников. На одном из них побывала Валентина Назаренко. Громкие песни да казачья удаль. Мастера песенного слова, знатоки народных традиций, искусницы по выпеканию блинов собрались в одном месте. Народные гуляния в станице Старочеркасской развернулись с раннего утра. В последний день Масленицы все просят друг у друга прощения и угощают блинами. Дончане сегодня особенно щедры. Впереди подготовка к посту. Аромат чая из разнотравья, мелисы, чабреца и ромашки согревает даже на расстоянии нескольких метров. На дровах самовар кипит, казачки приглашают к столу. Здесь блины с маком, здесь блины с красной икрой, здесь блины у нас с грибами, здесь блины у нас сладкие, здесь блины у нас с мясом, завертушечки называется. Стол ломится от лакомых угощений, а глаза от представленного ассорти. Донские хозяйки не скупились на фантазию. За столом можно отведать как торт, так и блины и грибы. Там грибы, которые собраны здесь на нашей территории Аксайского района. Здесь представлены только блины победителей конкурса. Уверяю вас, это очень вкусно. Вы обычно сколько блинов печете? Обычно, на всю семью, на всех родственников. Вот. Сотен пять, наверное, есть. Да, сотен пять, как в той песне поются. Провожают зиму в течение всего дня. Веселье в широкую масленичную неделю – хорошая примета. Залог семейного благополучия, процветания в делах и в хозяйстве. Простите нас, люди добрые, за то, что мы вам, может, где-то нагрубили, что-то сказали не так. А ответ-то будет: Бог простит, и мы прощаем. Так что мы уже обязательно все поперецеловались, все попрощались. И блин-то первый обязательно за помин усопшей души положили. Или ворону отдали. Ворон – зимняя птица. Издревле считалось, ворон имеет связь с умершими. Народные поверья казачки вложили во все ремесла. На ярмарке можно увидеть не только чучело масленицы, но и множество других кукол из соломы, текстиля и различных нитей. Они дома охраняют и родных берегут. Старые времена. По временам тогда не было телевизоров, не было компьютеров, чем развлекались. Смена времен года, смена циклов жизни. Родился, женился, народил детей, помер. Вот в это все играли, и в куклы играли, и по всем этим случаям делали разных кукол. Сделать из Старочеркасской туристическую мекку – первостепенная задача для власти. В Атаманском дворце руководство региона обсуждает план поэтапного развития станицы. До 2018 года приведут в порядок дороги, инженерные коммуникации, а также восстановят культурно-исторические памятники, отметил Василий Голубев. Прежде всего на вас сейчас лежит
просто персональная ответственность за то, чтобы здесь все происходило только в строгом соответствии с законодательством и теми документами, которые мы будем принимать. Каждое новое решение недопустимо без того, чтобы вот не, дай бог, там в сторону, шаг в сторону здесь не допускается. Если мы хотим самобытность сохранить и еще больше придать, ничего другого, кроме как строгое соблюдение, мы здесь не рассматриваем. На проведение народных праздников и массовых гуляний выделено почти 3 миллиона рублей. Кроме того, Аксайская земля – хорошая почва для развития туризма на Дону. Экскурсии для ценителей казачьей культуры, школьников и студентов станут частыми событиями. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главные новости. Веселые проводы Масленицы – залог будущего успеха и благополучия. К этому поверью организаторы праздника в западном микрорайоне Ростова отнеслись серьезно. Радиостанция «Юмор-ФМ» разгулялась не на шутку. Забавы для взрослых и детей, выступления казачьих коллективов и звезд российской эстрады. Вместе с тысячами ростовчан зиму провожала и Анна Ларченко. Пока взрослые покоряют неприступный аттракцион, гости помладше, поддерживаемые твердой родительской рукой, соревнуются в силе и ловкости. Так что я думаю, это на самом деле очень классно. И... Один-один. Маленькой Даше холодный ветер не помеха, даже наоборот. Сама собралась и родителей уговорила прийти на проводы зимы. Как вам на праздничке? Весело. Хорошо. Одни с плугом, одни с клубникой, а другие с сахаром и другие с малиной. Пока Даша предается воспоминаниям о съеденных за масличную неделю блинах, основная часть зрителей собирается у сцены. В этом году «Масленица» действительно получилась широкой. Несколько часов живой музыки в исполнении 138 артистов. Четверо из них – звезды, которых знает вся страна. Празднование «Масленицы», вообще сама «Масленица», конец «Масленицы», олицетворение солнца, чего-то яркого, да, это гуляние. Соответственно, конечно, мы не могли не поддержать. Мы этот праздник поддержали в Кремле. Вот, провели первый раз на Красной площади. Потихоньку интегрировали его в регион. То есть мы первый вообще регион на Кавказе, на юге России, который поддерживаем этот праздник. Поддержать праздник, а заодно семейные донские традиции организаторы решили личным примером. Вся моя семья здесь. Мой старший сын 20-летний, младшая дочка 5-летняя, супруга, родители, как все. Устроители торжества заверяют, праздновать встречу весны планируют и впредь. Приятные сюрпризы гарантированы. Анна Ларченко, Сергей Зайцев. Главные новости. Тем временем самые вкусные и ажурные блины традиционно выбирали в Ворошиловском районе Донской столицы. В конкурсе приняли участие 5 общественных организаций. После дегустации жюри попробовать блины предложили детям. Праздник собрал около 2000 школьников и студентов. К народным гуляниям присоединилась Анастасия Кованцева. Вот такие еще есть с капустой, а это вот, например, с грибами и фасолью. Вкусные, кружевные и даже креативные. Каждому конкурсанту присвоили отдельную номинацию. Команда Совета ветеранов – постоянные участники праздника. Пекут блины уже 4-й год. На этот раз им удалось приготовить самые традиционные. Но вообще каждая хозяйка печет их из той муки, из которой она привыкла их печь, и, естественно, по своему рецепту. Кто делает дрожжевые, кто делает пресные. Но так или иначе, они у нас разлетаются, как это сказать, очень быстро. Удивить жюри пытались по-разному. Богатой начинкой или оформлением блюда. Детские же вкусы оказались самыми неподкупными. Первыми с тарелок пропали сладкие блинчики. С медом. Да, очень вкусно. С вареньем. С вареньем. Из динамиков звучат только русские народные песни. Команды поддерживают колорит праздника своим внешним видом. Главное для участников и организаторов – показать молодежи, как отмечали Масленицу в старину. Вот это первое – гостеприимство, а второе, наверное, хлебосольность. Очень важно, что традиции, которые закладываются сегодня у нас, мы проводим эти традиции здесь. Нельзя эти традиции привить только на уроках. Народные масленичные гуляния в Ворошиловском районе проходят уже 15 лет. Проводить зиму в этом году пришли около 2000 школьников и студентов. Анастасия Кованцева, Андрей Токарев. Главные новости. На этом все. Информационный час продолжит прогноз погоды и новости донского спорта. До встречи в эфире.